назад самый массовый вальс, который исполнили в этом году в Нефтекамске. На центральной площади под мелодичную музыку закружились более 400 выпускников города. Вместе со школьниками медленный вальс танцевали и глава города, его заместители и организаторы праздника «Весенний бал 2014». А на весеннем бале 2014 одиннадцатиклассники исполнили три танца – греческий сиртаки, старофранцузский брандль и классический вальс. Кроме этого, на свои места танцоры выходили под звуки полонеза. Репетиции начались еще 4 месяца назад, и в день, когда прозвенел последний звонок, школьники пришли на площадь, чтобы поздравить друг друга таким необычным образом. Дети, мне показалось, были более живые в этом году, поддерживали танцы, веселились. Для них, мне показалось, что они были более свободные, более раскрепощенные, чем в прошлом году. Видимо, та энергетика прошлогодняя им чуть-чуть передалась на этот. Я ожидаю, что на следующий год мы проведем здесь же, на центральной площади. Нам ее дадут. И будет еще круче, чем в этом. Большая часть выпускников с интересом откликнулась на призыв участвовать в весеннем бале. Ведь такой праздник запомнится им надолго. Вначале, конечно, испытывали волнение большое. Коленки дрожали. Но потом, конечно, когда все по маслу пошло, эмоции просто так только переполняли. Радость и плакать хочется, то, что со школы расстаемся. И улыбаться, конечно, хочется. Выпускники 2015, приходите на следующий весенний бал! Лилия Ахметова, информационная программа «Ежедневник» при содействии телеканала ЮТВ.